Да ща, бобёр, зелёный, поехали желтый уже. Да я уже поехал, блядь. Быстро репакать, берите патроны, берите всё говно, садимся в машины, выезжаем нахуй. Убивать террористов ебучих. Я уже не человек, блин. Давай, принц, к нам в машину и Rebels. Сок там, наверное, тоже, блядь, нахуй. Капля была нарисована на карте. Кто, поехали нахуй отсюда. Съебало. Вот сейчас прямо едем, не сворачиваем направо. Главная дорога. Сейчас до поворота налево ближайшего. Там поворачиваем налево. Какая главная? Ты же уступи дорогу, блядь. Шо, блядь? В смысле? Ну так правильно. Главная дорога, блядь. Значит, это главная дорога, не? Нет. Я не знаю, что значит желтый треугольник, блядь. Я знаю, что значит белый треугольник. Белый треугольник это уступить дорогу. А желтый... Давайте, ребята, мы начнем атаку, вы подъезжаете. Вон там такой же сзади. Эй, это уступить дорогу. Да, чтоб по умолчанию делает это главный. Чего? Что по умолчанию делает это главной дорогой, блядь. Не это, а ту, блядь. Я просто стреляю, блядь. Никого не вижу. Вон там целая пехота. Убила кровь. Давай назад, там давай. Там стоит на здании. Закладывай зеленый, мы зайдем с севера. Да, покинуть машину! Потому что пока мы блуждали по карте, мы уже провели разведку, блядь. Сейчас прикроем вас с северо-запада прям. Сейчас. Сильно в рот, блядь. Мы тут заблудились, Трахес, но по нам сейчас ведется массивный огонь. Вот мы на взорвавшемся шакале, блядь. По-моему, кого-то убило. Прием. Живой? Не очень. Чертям собачьим. Отойди от шакала, он взорвется сейчас. Да он уже взорвался. А, уже оттаскивает кого. Он сейчас еще раз взорвется. Да, там уже в машине кто-то умер. Не бобер ли случайно? А, так это, блядь. Жаль. Бобер хотел умереть вроде. Нужно. Делаю CPR. Перевязываю. Бинтую торс. Правую руку перевязываю. Себе помогаю. Лью пол литра крови. Короче, в лендровере куча крови, если кому нужна. Медицина в целом. Ого, ебать, я проснулся. Но ты все еще в землю смотришь. Так, сам Влад, у тебя отгрупись, отлично. Тех, по возможности, видимо. Ну, таргет, у тебя все в порядке? Да. Живой? Да вроде да. Встать можешь, а тут... Ну, ты вроде... Руки болтают. Сейчас придумал. Давайте на запад текаем. Видите, здание, короче, есть на западе. Давайте вниз. Бля, если 15 человек одного лечит, то можно спасти. Ребята, много через дорогу пехота опять. Делаю ему кровь. Кричер отвалился.
выжил, я выжил, я выжил, уползаю. Дальше, дальше его тащи, дальше тащи. Перевязать надо. Противник на юге, блядь, близко. Да понимаю, что противник на юге. Ёб свою мать. Бля. Бросай, бросай, бросай. Пиздец, куда смотреть вообще? А, смотри, СЕ. Близко. Пиздец. Блять, мне много было. Попали. Ист, смотрите, ист. Ай, блядь! Блять. На востоке от нас. Где-то, блядь, умирают люди. Блять, я вообще не могу нихуя видеть. Он за ним за. Друг, я весь, прыгни, блядь. Весь под сопрессом, блядь. Гранаты на Саус-Ист, блядь. Блядь, я весь поранен опять. Нарисовал наш план наступления на карте, короче, не убить. У меня сопресс просто не проходит. У меня весь экран просто в какой-то белой каше, блядь. Может, я продолжаю сопрессить? Да я выкупаю, я не пойму, как отсюда сбежать. Блядь, где, Рыбал, где ваша машина, где ваша машина? Она взорвалась? Пиздец. Он в реке ее стоит где-то тут рядом. Ёб твою мать, блядь! Кто-нибудь жив? Ебать, Крича, тебе просто пиздец. Сейчас я тут не течу по-быренькому. У меня бандажей хватит, вообще так просто. Сука, вставай, блядь, Кричер! Вставай, нахуй, Кричер, блядь! Вставай, блядь. Сука, блядь! Диагностика. Потерял дохуя крови. Боль. Кинать еще морфина. Блять, у меня кровь закончилась. Без кого-нибудь надо. Прийти есть кровь. Бать, прийти дохуя крови. Ёб твою мать, блядь! Блять, ёбаный в рот, сколько ты меня лечил, блять! Не знаю, ну минут 15. Крича, аккуратно, тут целая. Блять, нахуй, блять! Альфа, привет! Ты живой? Живой есть? Я живой. Красный пришел в сознание, остался только я и Рэбл. Принял. Мы, в принципе, почти все живые, у нас 2/300. Мы, блядь, на карте я отметил, где. Пиздец, Кричер, не умирай теперь. Блядь, мы хоть тот компаунд штурмуем, блядь, я заблудился уже, блядь, с этим дагром ебаным. Да, пошли, наверное, к ним. Подходите, короче, к нам тогда, наверное, и будем думать, что дальше делать. Я примерно нарисовал, как мы подходить будем. Принял. Опа, блядь. Это вы подстволите или как, прием? Наши опа, гранаты, наши Кричер, гранаты. Аккуратно. По-моему, с Иста откуда. Да, Саус Ист. Давай вон на Саусе, там камни, деревья, к ним поползем. Hello! Пацаны, вы в развалинах сидите или как, прием? Мы сидим прямо у забора, короче, между холмом и забором компаунда. Мы не в развалинах. А,
Я примерно понял. Будьте еще один дым сейчас кинуть у нас. Не надо. Мы примерно к Норсу от вас сейчас подползем к развалинам. Понял. Слышишь, что они пиздят, но я не вижу их. Ну они там в низине. Давай, рыбу, не отставай, не умирай. Мы здесь, пацаны, мы здесь. Не остани, мы заканчиваем. Вот это, а, блядь, вот, наконец. Нормально умирали. Я кричера лечил минут 15, наверное. Короче, пацаны, чё, вы вообще как готовы воевать-то ещё, блядь? Давай, давайте уже закончим, ебать. У вас тут, короче, куча, ебать, у вас тут целая куча людей ещё жива. У нас, пацаны, тут было плюс 2 человека вот этих вот. План такой, мертвы. План такой. Альфа сейчас пойдёт на юг, на восток, точнее, вдоль забора. Мы пойдём правее, вдоль вот этой каменной изгороди, вдоль дома, короче. Будем стараться вас, типа, прикрывать, хуй знает, не знаю, попробуем, постараемся. Окей. Ну, соответственно, вы смотрите, как вы правее, мы будем смотреть левее, ну, сами понимаете, блядь. Так, давайте, может, вы за изгородью ляжете, я вам дверь эту открою в заборе. Нет, там нихуя нету, туда нам нет надо смысла за холмиком идти. Нам нужны вот те голубые ворота, короче. Наша задача вот в те голубые ворота ворваться. Окей. Ну за что, пойдем. Давайте потихоньку. За холмиком могут быть враги справа. Погодите, дайте передохнуть, бо у меня стамина. Окей, давайте отдыхаем. Погнали, конечно. Все, мы выходим, давайте. Пацаны, вы второй канал в рации поставьте. Сейчас. Не-не, я им. У нас поставил. Все, отлично. Давайте, короче, пойдемте потихоньку, если что, вдруг враги, блядь. На юг могут быть от нас враги за вот этим холмиком. Мы постараемся их, блядь. Не знаю, есть смысл на них выходить или просто, может, мимо пройти. Ну, пусть один человек смотрит на юг, а остальные уже, блядь. Блядь. Бидон, да, бидон, отлично. Все правильно делаешь. Посмотрю на юг. Окна на севере, смотрите. Саусы, туда, в туса. Я ему под ствол, может, блядь. Спасибо, снял его. Кичер, смотри аккуратно, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Ребят. Ну, а сори, хватит под ствол отставить. Все, хорошо, хватит. Сори, я думал, блядь. Бедон, по тебе работает. Может, займите этот компаунд. Вот здесь компаунд. Человек. Он на юге чисто. Где, вот, нет? Пальцем отметил, вон он, блядь, в этом, в дырке. Блядь, граната пошла. Блядь, брат, там. Нормально. Там она не залетела, она снизу. Нихуя себе. Ну, стоит. Так, в зелёнке вроде чисто, я никого не вижу тут. Ну, попробую убить кого-то. Блядь, перебрасываю гранату, блядь, боевую. Давай. Через это. Аккуратно. Осада Бен Ладена. Пошла. Только если хуёво киньте гранату, лучше кричите сразу. Окей. Так, там длинный коридор, блядь. Никого. Давай дверь приоткроем. Кричер, смотри, проход, я приоткрою дверь ещё. Там чисто пока в проходе. Ну, блядь, так, тут ворот дохуя. По той же схеме работаем. Мы справа, вы слева. Семен, давай пока не открывать ворота. Блин. Согласен. Там... Блять, они не простарели сквозь стену? Сквозь стену нет, сквозь ворота могут. Короче, смотри, по карте там ничего нету. Это просто, блядь, пустой компаунд. Понял, тогда двигаемся дальше. Я полагаю, они вот здесь, в главном комплексе. Пацаны, заходите. Так, пацаны, да, не рассиживайтесь. Давайте. Идём. Еще граната внутрь пошла. Там одного можешь ставить на там. Да, я бидон там ставит на воротах. Все окей будет.
Ну так не видно, но в зданиях могут быть. 100% будут, брат. Так, здесь какое-то говно лежит. Да, смотрю налево. Блять, ну сука, насадят хуйню. Вижу пидора. Одного убил, мог быть. Спасибо. Еще. Чисто. За стеной, на норсе. На норсе за стеной голоса. Короче, смотри, здесь нету никого. Бля, тут не видно, слишком высокое окно. Сейчас я тут за воротами посмотрю. Одного убил на входе в дом, но там еще могут быть внутри домов. Я боюсь, даже проверяю. Минус один. Кричер, давай вот этот проверим. Давай. Нет, у нас потери. Дон ранен. Не видел. Так, тут вроде чисто. Вы там сами справитесь или как прям? Хуй его знает, стараемся. Не торопитесь, экстра медленно делайте. Так, давай. Гранату, может, или бидона убьем? Давай я дверь открываю, ты смотришь. Давай. Проход чисто. Право вроде тоже чисто. Захожу внутрь. Свест от нас за забор. Хорош. Блять, я вот думаю, шмальнуть ли под стволом во второй этаж этого дома. Там да, там есть какой-то чёрт. Бля, не знаю. Спрячься за стену, там ляж, чтобы у тебя поменьше косы. Одного трахнул. Блять, хорошо, что у меня не заряжено было. Шмаляю под стволом. Ебать. Ой-ой-ой-ой, красава. Блять, сейчас мне самому лечиться надо будет. Тебя попал? Да, осколками сквозь окно. Блять. Ну, две руки, так вроде нормально. Окей, давай, прикрою. А что мы вообще делаем, блядь? Что мы тут еще? Главаря убиваем. Ребят, что-то у вас экстра тихо, скажите что-нибудь. Что-нибудь, лечим бидона. Этот угол, получается, северный угол зачистили. Принял, мы тоже тут защищаем компаунд. Пацаны, пацаны. Где наши пацаны? Где вот здесь? Мы тут. Пацаны, ебать. Пацаны. Да, 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 второй этаж. Давай, давай. Аккуратно бэкбла. Я вот думаю, вот в того петуха стрельнуть прямо или в окно? В окно, блядь. Давай в окно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно с шрапнелью. Да, ой-ой-ой. Сосать. Не бегай перед прицелом. Крушен. Я бегаю от твоих осколков, братан. Это не мои были. Это мои. Ну чё, ебать, давайте войдем и ебанусь разломаем. Бери за руку и, короче. У нас есть кто-то с дрободаном. Сейчас еще по подсловию. Джек, нет? У нас нет, 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 нет. Бля, крича, может, это бидон был с дрободаном. Опять ранен? Нас... Не, я нормально, а ты? Никого нет. Не, всё окей. Аккуратно, там в здании все еще могут быть дядьки. Тихо. Захожу. Давай. Чисто. Взял ее флажки. Флажки африканские. Сейчас перезаряжусь и зайду. Африканские наемники. Снаружи дополнительно проверил, тоже чисто. Кайф. Тут дополнительно настроен третий этаж, поэтому careful. Пиздец. Двери.
Да, сверху кто-то есть, аккуратно. Никого. Справа. Есть на третьем этаже кто-то. Он... Пушку просовывает через пол. Где? Вот здесь был один. Гранату может? Прямо над нами, прямо над нами, черт есть. Блять, он сквозь стены в пол стреляет, пидор. Пацаны, над нами, Семен 300. Блять, закиньте ему гранату. Рэбл, давай на первый этаж, закидывайте ему гранату. Давай, подожди, я забинтуюсь, он меня ранил. Идите. Подожди с гранатой. Давай, может, Рэбл на первом этаже бинтанешься. Ща, я быстро заморфинюсь и побегу. Мы на первом этаже, если что, не бросайте ему гранату и хуй с ним. Блять, окон же нету. Я могу гранату туда закинуть. Я его убил. Не надо. Там я еще в одном окне вижу. Еще один, да. На самом верху там еще один. Все-таки я хотел гранату на крышу закинуть. Работал, Петушков. Так, отставить огонь, я хочу посмотреть на эту подлеца. Ай, блядь! Блядь! Да, сыста! Рэбл, ты жив? Да. Не за его. Убил его. Блять, протекаю кровью. Хелп. Помогите Рэбл кто-нибудь. Бинтуй ногу. Там еще на Весте они есть. Если есть гранаты, можете им, конечно, забросить. Я им и заброшу сейчас на Вест гранату. Я предлагаю съебывать их, хуй на них. Не, ну напоследок гранатку. А, ну да гранатку можно, конечно. Мы четверо остались всего. Ну, видимо. Так, ребят, не расслабляйтесь, потому что тут еще дохуя их может быть вокруг. Я одного только что завалил, который нас ждет. Да, на исте нас там будет, скорее всего, ждать много. Погнали нам на ист. Смотрю назад, если что. Да, я на саус. Пиздец, я как в Таркове и услышал, как он бежит, пацаны, это, блядь. Прикогнишен, блядь. What the fuck is going on? Ветер. Самолет, блядь! Раньше не могли пидорасы, блядь, КАЗ сделать. Оп, твою мать, блядь! Ебанусь. Раньше только никогда мы там были. Вот так королева ценит ваши жизни. Хорошо, хоть не когда вы там были. Да, там спасибо. Чё говоришь? Не на том спасибо. Чё, дорогу помнишь, довезёшь нас? Ну да, помню. Погодите, все сели? Я сел, Рэбл сел. Все внутри, гоу. Не, это сейчас вообще эпик был. Я Кричера лечил где-то минут 10, короче, и он просто за эти 10 минут как мой родной стал. Я потом вообще не мог с него глаз свести, чтобы у него пуля не попала. Пиздец, у нас вообще вся миска, ну мы до сих пор ни разу не сдохли, и вот мы с Жаком последние, кто.
остался, мы там столько хуйни навидали. Все постоянно горят, короче, мы, блядь, каким-то чудом выживаем. Мы только отходим от ландака нашего, он тут же взрывается. Пиздец. Блядь! Ай-яй-яй-яй! Сука! Мы приехали. Этот грузовик должен остаться там с мужиками.